возвращает. Так, значит, вы просто никогда не пожили бы вот здесь. Вы просто бы вот всю ночь, особенно летом. Знаете, у меня дрифтеры под окнами. Так что я должен сделать? Купить пушку и расстреливать их, что ли? Нет, детей нет, слава богу. Они, ну, они, в смысле, они есть, жизнь, это их жизнь, молодость. Поэтому вы ставили вышку на это. Смотрите, здесь это ваше письмо, да, смотрите. Да. Завод, забор самовольно установленный ОСМД «Шампанский». Это неправда. ОСМД «Шампанский» действует два года. Пишете, мы его не устанавливали. А есть документы говорили о том, что... Вот представитель МЧС сказал, что это неправильно. Но даже если забор придвинуть... Поэтому он сказал, эту проблему не решает. У меня есть один вопрос. Это а как ваша позиция, вот сегодняшнее это мероприятие согласовано с Одесским университетом имени Мечникова? Это как-то... Почему? Это же одно здание, здесь же общежитие имеет. Как нет? Вон здание. Почему? Где вон? Где? Вот это здание. Оно отдельно значит, стоящее? Значит, тут нет, не оговорено, сколько технологических величина приезда. Согласно нормам. Это цифра здесь нет. Нет, кто-то может ее здесь озвучить? Мы говорим о том, есть представитель университета письме... Мечникова, они в курсе вашей инициативы. Нет, смотрите. Я не хочу заболтать. Я хорошо, хочу, Миш, можно вопрос? Миш, одну секундочку. Смотрите, вы меня послали к вашему письму, я внимательно прочла, но там нету цифры, сколько должна быть технологически разрешенная норма проезда. Название документа, на который мы ссылаемся. Я не буду расписывать весь документ. Назовите просто цифру. Вы можете по документам быть разделены. ДБН, запомнили, у вас же камера. Хорошо, я вас понял. Thank you.